Сразу несколько несчастных случаев с детьми произошло за последние дни в Хакасии. В Абакане 9-летний мальчик во время игры выпал из квартиры на первом этаже. Это произошло в минувшую пятницу. Школьник получил сильный ушиб плеча и головы. Мама в это время находилась дома в другой комнате. Еще два ребенка пострадали на выходных. В субботу полуторагодовалый малыш опрокинул на себя кастрюлю горячего супа, стоящую на плите. Его госпитализировали в детское хирургическое отделение с ожогами. А в воскресенье мальчик возрастом 5,5 лет, сидя за столом, опрокинул кружку горячего чая и также получил ожоги.